Холод их не остановил. Мусульмане, которым не хватило места в мечети, молились прямо на улице. Первый намаз начался в 6:30 утра. Потом, в меру своих возможностей, каждый приносит жертву. Если барашек слишком большая роскошь, можно ограничиться раздачей милостыни. Все, кто считает себя мусульманами, делают это. И это делается не обязательно, но зависит от того, какое от состояния, от возможности мусульманина. Кто как может, помогает бедным. Выбрать жертвенное животное мужчины смогли прямо у мечети. Мясо барашка разделят на три части. Одну нужно поделить между родными, вторую отдать гостям, а третью раздать бедным. Аллах не желает, чтобы мы убивали друг друга. Он лишь испытал человека таким образом, что совершит ли жертву ради Аллаха этот человек. Его проверил его намерение. И за место этого он дал жертвенное животное. Праздник жертвоприношения мусульмане будут отмечать три дня. По традиции в это время мусульмане ходят в гости и навещают могилы близких. Лариса Шалафаст, Евгения Белова, Артем Сулайманов. ГИС-события.